Всем привет! В этом видео я покажу вам, как сделать маникюр с корсетом. И если это видео наберет 200 лайков, то я сниму другой красивый маникюр, тоже с корсетом, но только на гель-лаке. Я уже нанесла базу и теперь беру трафареты для лунного маникюра и приклеиваю на ногти, где у меня будет корсет. Если у вас нет таких наклеек, то вы можете взять обычные для френча. Затем по центру приклеиваю полоску из ленты для дизайна. Теперь крашу оставшуюся часть ногтя и сразу снимаю трафареты. Крашу остальные ногти красным лаком. Белым лаком ставлю по 4 точки с каждой стороны корсета. Затем кистью и черной акриловой краской обвожу корсет. Рисую кружево сверху корсета. И дальше рисую шнуровку. Покрываю маникюр топом. Готово. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых видео!